О, а вот и ты, друг. Ой-ой, заходи. Мы тебя тут все заждались. Не бери в голову, он просто ко-ко-ко. Там слева от тебя стул, присаживайся, чувствуй себя как дома. У меня есть для тебя и для всех остальных отличная история. История, которой изначально быть не должно было. История длиною целый вайб. Но перед началом я попрошу тебя поставить лайк, оставить комментарий. Кто ты вообще такой, чтобы тебе ставить лайки? Вот когда клан из 15 человек развалишь, тогда я поставлю, а пока соси бибу. Как и большинство хороших историй, это начинается с рейда. Рейда моего дома, конечно. Немного сгорев, я покинул Rust Life, ссылки в описании, и отправился пытаться выжить на классике. А, ну действительно, почему бомжей не стрелять, да? Не очевидно же, что я бомж с камнем. Он еще и не очень меткий. Но с ним, в принципе, все ясно. Как вы понимаете, местная флора и фауна отбила мое желание играть окончательно. Но в этот момент мне написал мой подписчик Андрей, которого вы можете помнить по вот этому самому ролику. Он предложил мне немножко порейдить с ним, поскольку у него проблемы с тиммейтами и все его кидают. Я чудом в этот момент не выключил запись и решил просто пойти поиграть с пацаном. Я вас слушаю, молодой человек. Это я вас слушаю. Есть хаты, которые можно зарейдить большие? У меня нет. Ну, есть у меня одна, но она гниет, я думаю, в ней ресов нет. Тебе берданок скрафтить или ты сам скрафтишь? Да я сам могу. О, тут хазмат, у него сломанная броня. Это странно. Что, блин? Он почему-то мертвый, у него... Ох, ёпарас, это что? Ресы, калаш, что? Постанова. А, блин! Ай, сволочь! Что такое? Подожди, блин, калаш, это было близко! Ну не надо добивать! Ну не надо! Я только обрадуюсь, ну хоть раз жизнь, как у Джекса, нашел на улице калаш, ну блин! Я тебя-то покину. Иду такой, нифига себе, калаш валяется. Жесть, офигенно. Дайте, пацаны, калаш, ну чё задничаете-то? Ну ладно, тоже пойдет. Только не стреляй. Не, ну я тупой в тараи стрелять, камон. Давайте, удачи. Я понял. Стой. Слушаю вас. Ты видосы не записываешь случайно? Ну сейчас записываю. Очень знакомый, картавый такой. Сейчас сек, я приду. Мне звонит. Вот тут разрывы, тут турелька. А, тут у тебя все есть, я понял. Ну они все пустые особо. Вот, смотри, вот кибитка. Вот здесь была я турельку. Разбалтил. Я понял. Мне кажется, тут стену проще, дверей смотри сколько. О, соло дом, кстати. У соло домов обычно много рез. Ну да. Ну хотя лучше, мне кажется, все-таки по дверям. А здесь тоже дом, смотри. Это недалеко от меня. Ну чё, этого типа рейдим, я не знаю просто. Да мне все равно. Знаешь, где можно вообще кибить? Это же в натуре мой дом. Я тебе сейчас найду лестницу. Блин. Так норм будет? Ну да. Главное, чтобы это... турель была и пофигу. Ага. Да, то есть... дерево есть, делаем вот такую дичь, чтобы не мешалось. А, я даун, блядь! Как отстроить лучше? Ну, это вопрос. На, держи. Великий строитель, давай. Я не понимаю, что не так. И влево. Здесь стенку, потолок. И улучши низ, низ. Низ улучши. А, да, все, погоди. А, у тебя же все с собой. Может, не все разрывные вынесем, не? Не знаю, ну типа тут турель что не сделает. Стоп, а может мы вот эту стену продолбим или нет? Ну или смотри, там... 50, 60, 60. Ну тут двери. Мы сэкономили, да? Да, сэкономили 60 патронов. Наличие гантрапа. Да, это лутером, да, походу. Докторка какая-нибудь. Ой. Ну типа того, да. 10 FPS. Ну фигня. Блин, да ну си. Добей. Ща, погодь. Ау. Ну, фигня. Чё? Фигня полная. Я понял, а печки? Может, они серой заряжены? Да не, пустые. 99 серы там в печке. Утро, пойдем. Патронов, правда, уже мало.
Не кипсуй, она одноэтажка. Нам проще... Сколько же у тебя патронов? 300. У меня соточек с фигом. Нам хватит на потолочка ровно. Ну типа она дострелит, я думаю. Только щап ее, да и пойдем. Нет в этой турели особого смысла. Да, вот сюда. А! Да? Серьезно? Ну то есть... Ну в принципе я угадал где-то, только... Две двери всего. А, это Дегора. А кто это? Подписчик. Ну, ого, в принципе, он хотел видос, он попал в видос. Привет, Дегора. На, чекай шкаф. Че, там есть что? Не окупились, 100%. Да, фигня. Ага, ага. Ну, это... подсади меня, ну, давай, ну серьезно, удачи. Ну давай. Каждый выбирается. Тихо. Я все дамажил, ну, не надо мне. Ага. Давай, да. Давай, удачи. А, видели? Ребята, у него этот флайхак. Подлетел. Я все... На. Надо у кого-то резать. Напиши, короче, как вставлю в ролике за 50 кассеры. У тебя дома эти буры есть? Да, один. Могу дать. Ну, сейчас, значит, пойдем фармить. Погнали, я готов. Не знаю, я разберусь, что это вообще, я играю. Ох ты ж, мать моя! Кит, еда, меня спасет вода. Водичка. Я сейчас сдохну, у меня 3 хп. Оттягивать, знаешь, так сказать. Одно. Так, быстрей, 0 хп. Во, у меня больше изучено, да, наверное, на третьем верстаке? Не, у меня. Да в смысле у тебя? Ничего, у меня калаш, болтовка изучена. Ничего изучена. Не знаю. МВК-сет. О, отлично, красава! Прицел. Чтоб не зарейдили. О, тут столько серого вообще у домика. Типа надеюсь. Собаки. И вокруг турели, короче, куча серых камней, блин. У меня гаражки открываются. Серьезно, где? В доме. В каком? Вот здесь сверху. А сверху? Маленький домик такой железный. Убил? Не, лоу хп он. Ага, ну ладно. Сейчас я подойду. Он погоди, в маленьком домике? Здесь сверху. А, наверху совсем, я понял. Ну ок. Придется... Я не знаю, где он. О! Блин, у меня положил быстрее вниз, добей его. Там у меня серо дохренище просто. Цыган, любитель лошадей, собака! ТП, убил. Красавчик. У него дом рядом, быстрее ТП. Фух. Ты тут, отлично. Че по серии вышло? 24 тысячи. А, отлично, на рейд хватит. Такой главный в чат, люди. Вау! Уходи. Погоди. Ой-ой-ой. Меня прям ассистит жестко. Я у него в спине сейчас буду. Но я живу пока. Ты давай там как-нибудь это шлепни, пока он на меня забайчен. Убил. А, это хазмат, понятно. В принципе, нормально. А где же любите? А, это любите летит? Добивай. Готов. Погоди. Ты Пиклис, зачем ты убил Пиклис? Зачем? А, меня еще теперь убили. Сука. Надо позвонить Тропиксу. Хазмат, что? Вы что, дебила, я вообще коптер привез вам, бля. Ну что за хата убога? Нет, между прочим, я здесь на этот раз ни при чем. Я только мебель ставил. Ну видно, твоя расстановочка. Так, где у меня? Господи, такой дом. Вот троперка моя, которая на классике, она была... Господи, заткнись, а. Нам нужно броня, патроны. Чего, блин? Я понял. Админка. Все. Знаете, малыш, ну так еще надо, наверное. Нам еще броню, можно выдвигаться. Слава богу, он хотя бы не сломался.
Так его и любите забрал. Берите. Ой, сука! Малой, быстрое знакомство, тебя как зовут? Андрей. А ЧБГ мне гроб с админки выбил. Врет. Ладно, стреляю уже, пофиг. Хорош. Добил. Слева, а другой слева должен быть где-то. Чекайте. Серьезно? Труп. А, ну все фигня, они начали, наверное, фагнить только. Кто последний сел, тот лох едет на лодке. Блин, нифига себе. Дайте топливо хотя бы, пожалуйста. Эу! Ладно, ладно, ладно. Чё, полетели? АПЦ дом. Бегу. Ой, я думал, это мистер Лайки. Ой, еба! Ничего себе, нормально. Чё там? Нарез можно кибиточку откинуть здесь, так сказать. А где тут Reddit? Я не совсем что-то понимаю. Левее, куда вы? Понятно. Погнали. Малой. Садимся. И отбегай назад. За скалы. А, ФСБшник. О, месть пришла. Почти убил. Больно, пацану. За лэпом. За каким из них? Да, вот прям за этой первой. А, вот вижу. Убил. Мне дайте кого-нибудь убить, а? Кто из цыганского табора? Кто бахает? Они вот этот домик, что ли, бахают? Я что-то не вдупляю. Еще дальше? А, да его бахали, алло. Тут вот еще валяется шкаф, все. Наконец-то надо. По мне стреляют. Ну, все, уже вынесли почти. Откуда? Какой-то ум стена отстал. Положил, убил. Дима, зажи! С другой стороны. Я лоу хп, я пока отхилюсь. Сейчас. Дал хит. Два хита. Еще хит. Положил. С болта добил, стреляет. Ага. Понял. Я могу прискакать, слышите? Неприятно. На лошади. Так, я все скинул. Ну, тут ламелочи, конечно, резко, но все равно приятно. А никуда их кидать. Воу. Убил челика на берегу. Торопец, он только добивает, по-моему. Кенни. Ну, откройте, я выйду. Ну, конечно, выходи, пожалуйста, иди. Чё, вышел? Нормально? Я ему хорошо дал. Так, еще всё, заход. Хорошо. Ой. Он на вас, кстати, согрелся. Хорошо зашло. А, я лоу хп. Еще. Все патроны всадил. Еще нормально занес. Залп. Он все не упадет, нет? Все падает, да. Пацаны, шприцы. Сколько у кого шприцов? Смотри, куда залез. Что значит нельзя? Еще как можно? Да невозможно. Как ты? Админки у него нет. Чё, будешь чекать его? Да, давай. Слышали этот геозаряд? Нет. А ты можешь так же? Он прям под сферу пролетел. Ты можешь так же? Блин, я не... Ау! Нет, сука! Тропикс. Чё такое? У нас ХП на хоптере кончился, потому что на нём резали. Сбив вертолет и позанимавшись прочей ПВЕшной фигней, мы, так сказать, разогрелись и уже готовые решили поискать более серьезных замесов. Господи, да я знаю вас, вы все ютуберы покупаете макросы и играете только с ними. Вы зажимать нормально не умеете, никакого живого контента, все на софте. А на каком доме? Вот видишь, вот камень здоровый такой, прямо. Вот смотри, вот тут. Камень здоровый, там снизу. В чем они одеты? Я в хазмате. Ты в хазмате? А, ну понятно. А кто раздетый ходит? Забей, не успокойся, надетый. Так это их дом вроде, нет? Есть там. Где конкретно? А, у антенн. Ну, у лепа, я понял. Они нас бы... Воу! Прилетело нормально так. Я нахил. Минус один. Хорош. Минус второй.
Нет, 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 не повалил, не повалил, не повалил, он лох хп. Ну а давайте раз. 5 хитов выдержал там. Дал хит. Убил второго. Хорош. Еще хазмат. Добивайте. Убил. Хорош. Отлично. Дай лобик, лобик. Муа, мой маленький. Ой. Я думал, я на проверку вызвали. Ага, понятно. Посмотри туда. О, там чел спит. Там чел спит. Серьезно, где? О! Че за разводняк? Не, мне уже не падает. Ну, Сишечка, хотя... ну пожалуйста, ну Сишечка, Месячка, ну нужна Сишечка, упала. Ну пожалуйста, все, дальше не надо. Блин. Блин, МВК. Yes, 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 Сишка. Сколько? Одна. А, нет. Вон там, справа, слышите? Угу. Турелька в окне, аккуратнее здесь. Привет. Они там хлопают. Что там видно-то? Боже, меня положи... Из окна. Поднимите, если сможете. А, я тебя поднимаю. Второму хит не вставал. Пытается первый поднять второго. А, ты его добил, отлично. Он дверь закрыл. Калаш, калаш, не видел никто? Нет, я калаш твой не там видел. Там турель аккуратнее, слышим. Да я видел, да. Аккуратнее. Мне кажется, они сейчас с задней стороны выйдут. Блин. Нет, там нет выхода. А, да, односторонняя пещера. Они это... Вот тут он, за забором. Я питона с кейсов беру. Вот, флажков. Одного положил. Втором нахитовал, но меня положили. Отлично, последний, красавчик. Меня положили. Хорош. Да. Меня спасибо, подними, я живой еще за домом. Шприцы беру. Там уже своя какая-то война, я так понял. Там МВК-сет, я только не залутал калаш. Куда тэпнул, туда скинул. Воу. Опять с дома получается. Как отбежать-то, блин? Да не, это мутная фигня, надо уходить. Они в доме так и будут сидеть. Повалил пацана. Хорош. Угу. На скале, на горе? Туда что-то, под стенку вроде. Как? Под стенками? Да нет, блин. Нет никого. Короче, я пошел, позиция говно. Давайте лучше файт нормальный поищем. Я коврик. Они там торчат у дома. Пойдемте, тут еще перестрелки есть. Иду к ямщику. Я тоже иду. Вот вижу его. Сейчас поближе подойду, чтобы наверняка. А, он в глаза я долбится, я понял. Убил. А, с леса, со стороны леса. Да я вижу. Сейчас я его залутаю. Я пытаюсь его принять. Нормально. Тут еще один, вижу. Видите, так стреляю. Хорош. Я его залутаю? Да, лутай. Я опять сдох. Ну, это твоя главная задача. А где? Ну, класы мы утали. Они... Так, экспо есть. Где здесь изучающий стол? Угу. В какой-то момент замесы мне надоели. Хотелось рейдить. И не любитель я однотипных перестрелок и бесконечного слива и подъема калашей. Зажим у тебя просто нулевый. Иди на импаблик. Ты не можешь зажать в точку. Что ты за ютубер? Ты просто говно. И что, ты даже меня у нее убьешь? Нет, я нормально отношусь к критике, тем более к адекватной. С чего бы вдруг мне тебя убивать? Опа, гантрап, аккуратненько. Ладно. Странный опять дом, да, с гантрапом на улицу. Тэпнитесь с разрывными прям чуть-чуть. Вон, смотри, крыша. Ну да, тут, кстати, идет, по мелочи и все. Может, там даже лут какой будет. Смотри отсюда. Откуда? Откуда я смотрю? Вон туда. Сидь в натуре, там переработчик. Ну пусть и переработчик. Тропик, срочно патроны. Вообще-то за километр, за 4 квадрата слышно, за 5. Давай, скидывай ему. Еще по 60. Чуть-чуть. Легчайше. А, тут, да? Я понял, да. И тут у нас... Слушай, тут лут есть. Ой, да, лут такой, конечно. А, дверь выдолбим, не? Это к шкафу. Может, вот с этой стороны лучше будет выдолбить. Аккуратно.
А, вот это вот да. Лентроп? Да а, нет. Он вообще в какую-то не ту сторону повел. Ага. Не понять куда. Это странно. А может быть у него просто шкафа нет, например? А, нет. А, нету. Лол. Слышь, тут соло чувак живет. Проверь, шкаф есть, блядь. Ну вот, ну это да. Это как ну, бы тут... Да, это, да, ну, и есть, да. Да, очевидно. Ну, МВК, вот зачем он здесь апгрейд? Мне кажется, лучше по дверям пойти. Мне тоже. Я отлечу, короче. РБ кончится, я отлечу. Ну ты отходи, я пока ломать начну. Давай, давай. Да, аккуратнее, здесь турель. Да, здесь турель аккуратно. А я как турель стоит? Она, ну, смотрит на дом. Я могу забайтить попробовать. Тихо. Забайтить? Воу, вроде могу. Забайтил? Вроде, давай, да. Ай-яй-яй-яй. А, смотри-ка, байтится, да. Хорошая турель. И конкурс интересный. Все, торопец ушел. Ну я возьму пару берданок. Если мы эту фигню будем рейдить, надо хоть какую-нибудь кибиточку поставить. Так я могу принести, типа, турель. Турельку. Вы что делаете? Блин. Вот эти вот слабые игроки нас... Ладно, фиг с тобой, не бери турель. Гениальные ребята построились не у входа, который мы будем рейдить. А чем? Дострой уже быстрее. Гаражку поставь. На как... Вот эту дверь. Один-ка дурак. Так. Стоп. Смотрите, мы дойдем до шкафа и в дом по одной ремонт. Ну тут, короче, мех дверей, он да. Нас по кругу так и будет вести. Тихо. Нет, тут вообще буферки. Да ну. Жесть. Вперед. Вперед, да. Недалеко от нас послышались взрывы ракет, и мы, как стадо баранов, ломанулись на антирейд. У меня же серый. Да, там на туре, смотрите, бахают ракетами. Ну, короче, ты понял, что бахают. А, вот вам где? Видно. Дал хит, дал голову. Повалил. Угу. Да-да-да. Там турель что делаем? Нет. Спрыгнул вниз. Угу. Еще хит дал. Два хита дал. А, за домом, кибиткой. А патроны тоже. Надо рашить. Дима, там турели. Да, она не достает, по-моему, до сюда. Все, окей. А. Одна убил. Второй меня убил. Но я им хорошо нахитовал. Так, эмку поднял. Принимай. Принял. Блин, а они дошли до шкафа. Да, застраиваются. Ну давайте долутаем хоть то, что у нас тут есть. И сваливаем. Они теперь будут ждать, короче, пока мы не уйдем. А потом будут ремонтить дом. Блин, турель все равно достает до меня. Да, блин, тупая турель, а. Все, тихо. Убил его. Ну, они, видишь, они особо даже не высовываются. Я говорю, они теперь ждут просто. На, стой, держи. На, да, давай. Себе. Давайте уже дорейдим этот домик. На, патрон пойдем. На калаш. Давай. Продадим ему 4. Так, кровать я откинул на всякий случай. Пойдемте рейдить. Фух, я забыл, что мы разбойтили туры. Угу. Все, можем телепортироваться. А вы знаете, что этот дом застроил хозяин? Какой? Ну, вот этот, который мы рейдим. Серьезно? Да. С вашими антирейдами, ты официально записан в список моих врагов. Будешь 7-м номером сразу после моего любимого логопеда. Ну, он почти все двери поставил. Добивай. Есть? У меня есть. Мы за эту дверь не сувались. И что тут? Да? Да. О, СМГшечка. У него тут закрытие, бля. Ой.
А кто за... А, Гоиндип, да? Миллион дверей, Гоиндип. Я вас слушаю внимательно. Может, вы меня вытащите отсюда как-нибудь? Как мы тебя вытащим? Не знаю. У меня тут вот эта полка еще бесит, что она вообще тут стоит? Вы что, болтами меряетесь? Ну вы опустили. Вообще дети. Что может неадекватного сделать ютубер в час ночи? Правильно, запустить стрим. Кто же знал, что из дурачества стрим превратится в тотальный антирейд-бункер с кучей ресурсов? Делать полноценную нарезку из него я не буду, лучше оставлю на него ссылку в описании. Как итог, мы выбили 60 капоэха и 80 кассеры. Я по чистой случайности после того, как все разошлись, не выключил комп и перед сном услышал, как по дому кто-то бегает. Угу, мои любимые стрим-снайперы, которые не прочь поживиться ресами в офлайн-домах ютуберов. Быстро собрав самое ценное, я тэпнулся на свою кибитку в момент, когда первая ракета ударила по крыше. Так, я спокойненько тэпнулся. Надо сейчас засейвить все эти ресурсы. Так, мне нужно немножко дерева и немножко камня. Как-нибудь вот так. Шкаф. Раз, два. Угу. Ресурсики. Все сюда. Чуть камня мне понадобится. Хопа. И вот так. Отлично. Как вы знаете, я обычный рабочий человек, и большую часть будней провожу где? На работе, абсолютно верно. Как раз таки в это время и была объявлена охота на мою недвижимость. Буквально каждая кибиточка, каждый домик, все было зарейджено. Весь сервер рейдил, весь. Но кое-что они не зарейдили. Одну маленькую, одинокую буферку. Ну что, нас зарейдили в результате? Дошли до лута, интересно или нет? Что-то я встать не могу. Воу. А, ну, в принципе, понятно, кровать была, но я понял. Надо лететь в дом. Кстати, сет хом цел, значит, его не зарейдили. О, дом цел. А, ну, я понял, да? О боже, они еще этот дом рейдили с кибиткой больше, чем он сам. Одну каменную стену кибитка еще и турель была. Ну, понятно, в принципе, все, я понял. Нормально. Хорошие игроки, конкурсы интересные. Все-таки лут в нычку перенес на содержание, но его не зарейдили до сих пор. Ну, я понял тебя. А где ваша нычка? Да тут вот, на это, на воде. Вот этот вот. Самый беспалевный шкаф. А главное, он один. Как можно было не догадаться? Застройся, тэпнешься на меня тогда, окей? Окей, окей. В дом. Окей. Так. Отлично, все ресурсы на месте. Я рад. На рейд нам хватит. О, у нас есть верстак, нормально. Я дома. 5 сачелей есть. Можем кого-то зарейдить. Ну да, 5 сачелей и 60 тысяч пороха, 60 тысяч сера. Пришло, что ли, чудо природы? Не, я иду гулять. Путешествие, блядь. У тебя голубые кеды. Да. Ага, чё? А рейдить вообще-то надо, там, например. Погоди, сначала надо за хавкой зайти. Да сейчас пойдем со мной, пройдемся. Там еще один. Ну тут должна же быть какая-нибудь супер пещера, супер окупом. Нет, походу. А, ну тут. Тут чисто чел лежит с ящиком. И в ящике карточки. И двери, и ресурсы. Что, блин? МПК-двери? Что? Ой, кошмар. Да я знаю, ебать твою. Там 5 тыков, тут 3 тыквы. Одни постановы на постановах. То ракету в ящиках находишь, что калаш у тебя полусломанный, то разрывных становится не 1000, а 2, блядь. Дизлайк, отписка. Пидор ты. Ты же можешь туда сесть? Да, могу. Там люк. А нет. Нет, в том-то и дело. Аккуратно, там турели гантропы могут быть. Вышка. Угу. А, вот прорисовался. Я же тебе говорил, что он тут есть, а ты не верил. Там кто-то что-то строит. Подлетай поближе.
Убил. Воу! Прыгай! Меня еще залагало, и я упал. Потрясающе просто. Мой единственный пилот. А бы эту хуйнюшку зарейдил. Я бы тоже на самом деле. Просто она как-то хиленько выглядит. Кинул ТП. Сейчас погоди, тут просто везде шкафы. Просто везде. Как-нибудь вот так, чтобы ее жгло. Должно доставать. Ну, еще чуть-чуть. Во. Ну и куда-нибудь вот сюда, я то думаю. То есть из этого надо сделать вывод, то, что 144. Где-нибудь... Можешь по... крышу, да? Ну, где-то вот здесь, мне кажется. Да. Давай добьем. А, ну тут везде гаражки, я понял. Прям, по-моему, не угадали даже. Смотри вон туда. А что там внизу? Вот щель. А, там внизу МВК? Это типа что-то дома бункера, что ли? 23 ракеты хватит? Не знаю. Там МВК вообще-то. Сколько на МВК надо? 15? Наверное, 16, типа. Ну, 15 и 8 бери. Отпрыгивай. Сейчас, погоди. Тебя ебать. Скиньте хотя бы мне калаш. Скиньте калаш хотя бы, блядь. Сиди там. Ракетницу. О, Добби на свободе. Нет. Добби свободен. Знаете, ракеты кому там? О, лутовая. Ну, серьезно? Кто купился и прыгнул? Не, никто. Нет, таких тупых нет. Ух, мамочки, больно как. Это была опасно. Как растяну ракету, тебя прилетит, тебе еще, блядь, умру. Опа! А там есть прыгните пустые, один да? Сюда, стреляйте вот так. Смотрите, прыгните. Отвечай, отойди, дай стрельну. Мы там все нормально бахаем. МВК. Стоп, стоп, думал, есть МВК. Идея. Давайте вот сюда бахай. Коцать треугольник вот сюда вот. А, нормально. Опа! Опа! О! Тихо, гантропы, блядь! Нифига себе. Они ну это походу там лут уже, я чувствую. Сломайте вот эту хуй. Коптер, коптер, пацаны, быстро бустуемся. Пустой, давай, 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 давай. Посадились. Блядь, почти убил человека. Да, вижу одного. Убил. Минус один. Ой, что-то мне похерел немножко. Почти убил, мне больно, нехитро. Далеко ушел, да? Чел. Есть плохого человека. 250 еще столько. Ну вот надо накидывать сюда в уголочек аккуратно. А нет, коцает, коцает. Я ж даже на самый дальний. Для этого прыгали. Уйди, пожалуйста, отсюда на секунду. Чтобы я мог хоть туда убежать. А раз. Прям сильно коцает. На 45 минут. Да не коцает, что ты меня обманываешь? Ну, я не знаю, я ж не в самый тихонько нижний угол. Тихонько снесем. Блин, серьезно. А вот это опасно, да? О. Окоп. Походу тут не будет, да, лута. Тут написано окуп с улыбкой, так что... Вон трапа, тихо-тихо. Честно, нифига не вижу. В любом случае, судя по надписи, мы там ничего не найдем. Сейчас шкаф сломаю, подождите. Там кто-то лежит. О, да это цыган. О! Цыган! Цыган. Подожди, молодой, стой. Шкаф минус. Нету гантрапов, все уже. Тут турель сломалась. Ты бахал прям туда, на гаражку, да? Где турель стоит. Ой, сколько тут оружия. Шкаф ой, пустой. Шкаф фигня. Говно. Фигня. Шкаф фигня. Ну, понятно, все перенесено.
Еще и нифига не видно, все раздорожает. Разве что-нибудь точно даст? Да нет, скорее всего нет, тут ничего. Короче, помойка всякая. Ну, в общем, впитывайте все, что более-менее пригодно, и валим отсюда. А, я вижу его. Хит. Еще хит. Добил. Один сдох, а второй ты где? Ну да, прям читы, конечно. Болт. Надо что-нибудь выкинуть, вот это, например. Одеться. Ну, у нас для вас есть деловое предложение, в принципе. От которого я рекомендую вам не отказываться. Собственно, нам нужно 100 труб. Знаете, такие красенькие, металлические. Вот 100 штучек, и мы от вас отстанем. В противном случае мы придем сюда с ракетами. Си-4. Ну, я не удивлен. Может, вы по левой части обойдете? Я по левой пойду. Да, можно. Повалил типа. Его опять рейдит, что ли? Одного, который из их команды. Я залазю. Так. Да, сверху сидит здесь, гондон меня убил. Ничего ему не дал. Малой, отбеги, прими ТП. В смысле? Нет, я уже здесь, подожди. Отбеги, пожалуйста. Отхожу. Да подожди ты. Так, не ругайтесь, ребят, ну камон. А, не забей. А, они еще и дефятся. Сачели накидывают. Угу, сачелями дефятся. Странно. Надь, болтовщик накрыш. Что? Кто-то немножко умер. Что-то я тут сижу, ничего не происходит, скучно. Воу! Офигеть! Дал хит. Убил одного. Я понял. О, догонька. Хорош. Это спальник, что ли? А, ну да. Надо подлутываться. Точно топает кто-то. Залез ко мне. Еще одного убил. Последний на вышке, по-моему, уже. Он зачем-то рез принес с собой, не понял. Я, короче, все лутаю и, пожалуй, валю отсюда. Там кто-то хлопает дверьми, походу, хозяин. Они апают крышу у себя. Можно на вышке. Попробую дипнуть. О, меня спилили. Качну вас в жопу, я пошел, знаете что? Кушать. Еду. Впервые за день. И где это было-то, я что-то... Объясните хоть. Они убежали. А, да? В смысле убежали? Начали бахать, да, и забили? Я... Да, лесом. А, вот? Это весь дом? Да, они его бахнули. Может, добахаем ракетами? Серьезно? Ну давайте, кто-нибудь сгоняйте за ракетами. Воу! А, Дима, отбегай! Я понял. Вижу его. Где? Под лестницей. Дал голову. Он под порогом. Положил его. Добей. Отлично. Сосиска киллер. Сосиска киллер. И держи еще, и еще. Благодарю вас. Блять, так... Давайте последние 5 минут. Да пофигу вообще. Пусто, блядь, пусто. Ой, блин. Нормально. Ну, чисто какая-то нычка, походу. 100 тысяч скрапа. 100 тысяч что? Где 100 тысяч скрапа? 515. 531. Вижу одного. Крадется у березы. Березки, пацаны. Убил. Отлично. Вы достали мои фраги таскать, а? Ты сказал у березки, я думал у дальней. Пока мы с тропиксом стояли АФК, ОПГшник умудрился заантирейдить несколько пацанов, выбить с них большое количество разрывных, бобсих и так далее. Собственно, к нему мы и отправились. Ой, у этого 200. В общем, 2 стака разрывных по 300. Малой, ну, короче, магёт. Advanced прыжок, опа, блядь. Advanced, ага, конечно. Фиганст. Сломал.
Опять мне интересно. Перчатки какие красивые, я хочу себе такие. Ой, блядь. Бобовки закидаю тут. Опа, а там, да? Лут, а там лут. Отходите. Там мэн. Ну, турель-то надо подбирать. Чё ты? Двойное проникновение, так сказать. Под контролем. Maybe, baby, baby! Он сейчас всех на свете. Пацаны, у нас адвансы турели, блядь. Вы не пройдете. Воу. Тихо, ты где? Это было больно вообще-то. Я нифига не вижу. Спасибо, Тагопик. А-а-а, главное, стой на месте. Ибо я ящик потерял ща. Доломаю, я сделаю 20 штук, чтобы я все видел. А ты можешь сделать 20 штук, чтобы я видел, Тропикс? Не, эту фишку нельзя разговаривать. А-а-а. Так, ну здесь броня только одна. Фигня. Блять, пришли. У тебя тоже есть разрывные, серьезно? Все, у меня кончено. 250. Блин, я ее не забавил. Сок-то. Плохие новости для вас, молодые люди. Можете на себя турель отвлечь кто-нибудь? Вот здесь разрыва? Все. Я с собой, между прочим, жертвую. Да ты дурак, я уже утру. Давайте, дорейдим это дело уже, так сказать. Ты разрывные покидал. У нас спонсорский рейд, как бы. А гантрап и лут. А, не, без гантрапа. Блин. Фигня, понятно. Чё, по ящикам? Фигня. Ой, случайно. Всё не то, что ранее. Подожди, а у меня вопрос, так можно умереть? Как? А. Ты дамаг получаешь? Да я его спасу. Он за меня еще сейчас погибнет. Все, я тебя, я его спас. Сейчас, погоди. Ремув по фундаментам просто. Чё-то нам сегодня на рейде вообще не везет. Опа. Какие-то неокупы. Сплошные. Отстойно. О, еще 166 разрывных. Хоть что-то. О, мешочек упал. Ну да, двухстволка. Фигня. Давайте вот этого бахнем. Это ж они начали роить этот дом. Вот, может, у них рез есть. Выше подними. Ага. Где-то вот здесь центр. Да-да. Вообще по нам стреляют. Надо похилиться, молодец. Аптека заканчивается, правда. Продолжаем. Ага. Не отвлекаемся. Ну во. Ага, да. Ну да. Вот тут вот. У нас куча бабок. Дайте патрон. Дайте ему патрон, а. Дайте патрон. Где он? Пошел нахуй. Слушайте, ты что? Ой! Ой! А есть какая-нибудь аптека, пацаны? Пошел. Я пойду залутаю болт. Дай бабулу. Да на. Итого, блин, еще больше 1000 хп. Офигеть. Так, сколько там нужно? Штук 7, наверное. Я, ладно, десятку стреляю, возьму. А где у нас дуба? А, вот она. Да я думал, мы тут все будем бахать. Один сейвит. Тропикс где-то в жопе. Ну, а чё там? Это вы сишками бахали? Нет. А-а-а. Попал.
упал. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. На пляже. А, да? О! Окуп нет. Ну нет. Поэзия поэта лютого, ты скажешь мне, но я люблю тебя сильнее, чем Хэллоуин твой агент. Спал с Ютуба прошлым годом, это был отец. Точно так же, как когда-то мой отец. Смотрю твои видосы, сидя на толчке. Репит уже по 20 раз, и не прикажешь мне. Я не забуду ту расщелину, куда нырнул. И утопал в твоих видосах, словно трава курдайс. Зачем ты покинул нас? Зачем ты ушел с Ютуба? Одно лишь слово пи***. Что за жмых меня сейчас подкинул? Походу опять не ок. Ну, гораздо много. Ну что, Advanced Player, ты доволен? Понятно. Не, ну я доволен. До свидания. По-моему, кто-то забыл поставить лайк. А, да, действительно.